станция «Белорусская» московского метрополитена открыта 11 сентября 1938 года в составе участка площадь Свердлова, ныне Театральная, Сокол, вторая очередь строительства. Получила свое название из-за белорусского вокзала, в здании которого был встроен единственный выход станции. Имеет переход на станцию Белорусская кольцевой линии. Расположена под площадью Тверская застава между станциями Динамо и Маяковская. Находится на территории Тверского района Центрального административного округа Москвы. План строительства линии метро, расположенный вдоль современных Тверской улицы и Ленинградского проспекта, появился в 1932 году. Возле Белорусского вокзала предполагалось построить станцию. В генеральном плане реконструкции Москвы 1935 года было окончательно утверждено расположение будущей станции метро «Белорусская». В первоначальном проекте станция называлась «Белорусский вокзал». Строительство метро «Белорусская» осуществлялось закрытым способом. Для того, чтобы встроить вестибюль у станции в здании Белорусского вокзала, архитекторам пришлось заменить несущую стену колоннадой. Предполагалось, что Белорусская будет иметь и второй выход к жилому району. Этот проект не осуществили. Станция была открыта 11 сентября 1938 года в составе участка Сокол, площадь Свердлова, ныне Театральная, второй очереди строительства. Во время Великой Отечественной войны на станции Белорусской расположился центральный командный пункт, для чего была отгорожена часть платформы. Другая часть использовалась пассажирами, а в ночное время там находилось бомбоубежище. Однажды во время бомбежки на площади Белорусского вокзала была повреждена водопроводная труба, и вода хлынула сперва в машинный зал экскаваторов, а затем на платформу станции. С большим трудом воду удалось остановить. В 1952 году был открыт переход на станцию Белорусская кольцевой линии. К началу 1970-х годов оригинальное мраморное покрытие пола было заменено гранитными плитами. В 1998 году на станции были установлены новые экскаваторы. В 2004 году кафельные плитки, покрывавшие путевые стены станции, были заменены на мрамор. В период с 29 мая по 10 декабря 2010 года переход на кольцевую линию был закрыт. Проводились ремонтные работы и замена экскаваторов. К открытию перехода были выпущены памятные билеты.